расскажите, какую инициативу хочет представить Катя Дамкина? Значит, Катя, она считает, что актуальная проблема на данный момент – это проблема, значит, парков и дюн, деревьев и дюн, расположенных на территории нашего города. Конкретные места – это парк Белые Пески, и пляж, и парк Приморский. Значит, проблема в том, что позволяет, скажем так, ландшафт проехать туда людям на каких-то транспортных средствах, чем они нарушают природу, экологические и так далее. Значит, эта проблема, решение ее, насколько я полагаю, это путем ограждения этой территории. Значит, конкретные расчеты она готова предоставить позже. Длина, высота и все прочее. Какого-то заграждения. Я так понял, что это заграждение столб, который с интервалом таким выставлен, позволяющий проходить, проезжать там мамам с колясками, детишкам и всем прочим, но не позволяет проезжать транспортные средства. Мотоцикл, мое понимание, немножко угнан, а что коляска. Ну, в принципе, я думаю, у нее ответ на этот вопрос все-таки есть. Вот, значит, еще какой озвучен был один из вариантов решения, это создание дорожки через парк Белопольский. Дорожки пешеходные? Пешеходные, да, которые будут проходить именно через дюну, но не нарушая при этом, там, скажем, песка, чего-то, какой-то экологической проблемы, чтобы не было. То есть мощенная, что-то какая-то, или асфальтированная дорожка. Ну, видимо, это все. У вас есть время добавить, Катя, что-то можете дополнить? Я за то, чтобы... Про парк Приморский я имею в виду, что оградить дорогу внутри, чтобы и машины не могли заезжать на территорию, ну, то есть насквозь приезжали, и саму дорогу укрепить. Вот. И согласна с предложением сделать как в другом месте дорогу, чтобы вообще перекрутить дорогу для сквозного проезда автотранспорта. Про мотоциклы и квадроциклы разрушают дюны на городском пляже, и я считаю, необходимо оградить их въезд. Для этого необходимо сделать единственное место, где забор. Это вот с той стороны, куда не заезжает, и видеокамеры на мосту. Вот. В дорожку на парке Белые Пески местами настолько вытоптаны и плюс велосипедисты, что некоторые дюны чуть-чуть требуют укрепления, пока еще чуть-чуть. Вот. И до дома же необходима дорожка от трансплощадки до выхода на улицу Комсомольскую. Ну, там перекресток. Солнечную. Не на Солнечную, на перекрёсток, космонавтов. Вот там очень корни открыты все. И во дворах также есть места, где просто достаточно положить баллон или пенёк, ну как же, не пенёк, столбик, чтобы машина не приближалась близко к сосне и не портила форму. Например, конкретно на лица тоже надо это делать. Спасибо. Надо, потом посчитайте, вот, да, 10 раз похлопать, один поцелуй. Снимает 4 минуты, ничего. Не, ну, правда, ну, да. Другой общество, не представляете, говорит. Да. Я бы хотела вот что предложить. Сейчас, если будут у кого-то по ходу возникать вопросы к заявке, да, к проекту, который озвучивается, оставим их на перерыв. Сейчас нужно, чтобы проблема была представлена. Я прошу всех фиксировать, смотрите, вдруг появится что-то близкое к тому, что предлагаете вы, не в смысле близкое, похожее, а вдруг вы в процессе работы увидите возможность какого-то сочетания вашего предложения с чем-то. Поэтому записывайте, будет интересно, как пойдет динамика, как будут заявки видоизменяться, во что они будут превращаться.